Пара взрослых крикунов. Так. И рядом должны быть птенцы. Вот птенец. Один. Второй. Третий. Это третий. Вот. Первый, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Это, наверное, мои знакомые. Птенцы. Один, два, три, четыре. Это, наверное, мои знакомые птенцы. Птенец один. Второй, третий, четвертый, пятый. Замечательная встреча. Пара кликунов и пять их птенцов. Они ушли с того озера, где я их начинал снимать маленькими. И переместились на озеро Некрасовское. Подросли. Конечно, они перешли не по земле. Значит, они уже в полете были. Это замечательная встреча. Пара счастливых родителей и пять птенцов. Уже взрослые, можно сказать. Вот так. Это настоящая удача. Родители взволнованы. А птенцы ни в чем, как ни в чем не бывало, около папки с мамкой. Вот они. Совершенно чудная картина. Наконец-то я вас увидел. Самка кличет. И самец тоже. Да, самец больше. Друзья мои, я очень рад вас видеть. Здесь небольшой перелет, а километра 4-5.
5 от того озера. Карабай было озеро. Это Некрасовское озеро. Я сегодня утром там не обнаружил их. Ух ты! Вот мои лебеди полетели.